Аллилуйя. Будьте все благословенны. Я хочу принести жертву благодарения. На самом деле это руки загибать и на ногах, и то есть пальцы и на руках, и на ногах можно, и все. И у Бога нет мелочей. У Него все оно ценное, так как и ценны мы. И Бог есть любовь. Поэтому я хочу прочесть стихотворение, которое Господь дал мне. Дух Святой, веди меня в этом, чтобы я хочу постараться не подглядывать. «Люблю Тебя, мой милый Боже, что в эти слова я влагаю? Когда мне трудно, я молюсь, к Нему тогда взываю. Могу сказать все, что тревожит, могу поплакать, покричать, могу визжать, как поросенок, а жизнь свою смогу отдать без слез и сожаления. Отдать за всех и просто так. Отдать, не попросив возмездия, своей любовью всех обнять. Иисус, какое это имя? Сын Божий, Царь царей, пошел на крест, чтоб волю Божью совершить и всем спасение дать. Прости, Отец, за всех и все, Отец Небесный. Прости, не ведаем, что мы творим. Словами говорим, что любим, а в сердце зло и ложь храним. Обиды закрывают очи, а зависть гложет нас внутри. Гордыня шепчет, будь покруче. И лишь Иисус сказал, прости. Прости за боль и за обиды. Прости предательство друзей. Прости, что был непонят и гонимый. Тебе достаточно любви моей. Любовью я тебя покрою. Любовь моя все сможет одолеть, и сердце миром я наполню. Любовь поможет не робеть. Люблю тебя, мой милый Боже, и буду я к тебе взывать. Ведь мне роптать на жизнь негоже, во всем мне помогает Божья благодать. Спасибо. Здравствуйте, церковь. Я бы тоже хотела поделиться стихотворением Зинаиды Поляковой. Возможно, на первый взгляд оно покажется таким простым, по-детски наивным, но на самом деле в нем очень хороший такой глубокий смысл о том, что Бог — это не только церковь, Бог — Он в каждом из нас, в каких-то даже маленьких вещах Он настолько силен, как и в чем-то большом. Давайте вместе напомним себе об этом и обновим это. «Малыш хотел увидеть Бога, и хоть туда, где Бог живет, довольно длинная дорога, он стал готовиться в поход. Печенье, кексы, банки с соком сложил в походный рюкзачок и в путь пустился ненароком, надев спортивный пиджачок. Идет по парковой аллейке, вокруг покоя и тишина, и лишь под вязом на скамейке седая женщина одна. Он подошел, уселся рядом и вынул сок из рюкзака, но был смущен соседки взглядом. В нем были горечь и тоска. Он предложил ей кекс лимонный. Она с улыбкой приняла. Застыл малыш завороженно. Улыбка ангельской была. Затем он поделился соком, и снова ангельский привет. Душа наполнилась восторгом. Ну и улыбка, нежный свет. Они до вечера сидели, ни слова не произнеся, лишь улыбались, кекс ели. Летела радость в небеса. Тихонько начало смеркаться, идти уже пора домой. И на прощание объятия открыл он женщине чужой. И снова засветилась радость в ее распахнутых глазах. А чистоты небесной святость соединила их сердца. Едва явившись на пороге, он маме рассказал секрет. «Я завтракал сегодня с Богом, ее улыбки краше нет. С душой, обласканной участием, и женщина домой пришла. Сын изумился. Сколько счастья! В глазах искрилось и тепла. Я в парке завтракала с Богом. Меня он кексом угощал. Неслось восторженно с порога. И знаешь, он совсем не стар». Слава Богу! Добрий день, дорога церква. Юрій Монда. Переправа через Йордан. Переведи через Йордан, бо я вже дійшов до нього. Так як дійшов єврейський стан, долаючи в пісках дорогу, я залишив своїх божків, цих тлінних ідолів уяви, живучу спадщину батьків у ритуалах і забавах. Вже з пам'яті не верена, як шию натирав нашийник, та стільки хліба і вина,
давав мені чужий помийник, і бубон свій закинув геть, аби не кликав плод до танцю, бо плод душі шукає смерть і залишає дух без праці. І вже молитви для юрби, як фарисей, не практикую, бо поклоніння все тобі, тобі хвала за кров святую. Ось я прийшов, переведи, це я, твоє дитя, мій Боже, ріку духовної води сам перейти ніхто не зможе. Я не злякаюсь бурі, бит, бо слів твоїх пізнав звучання, лиш не пізнав одну з молитв, молитву в трепетнім мовчанні. Не розступилася вода, і течія не зупинилась. Мені, що тільки-но з гнізда, все ж Божа відповідь з'явилась. Між берегами обома лягли, як і міст, слова ці строгі. Любові в серці, як нема, для Бога там нема нічого. Переспів псалма Асафа. Прорік наш Бог, Отець і наш Господь, прорік усім, які під небом криті, прорік з небес, покличте мій народ. Я хочу до дітей проговорити, Бог промовляв до праведних своїх. На вас, Господні, спочивають очі, це вас чекає мій святий поріг. Молитви ваші слухати я хочу, від ваших днів я віджену біду, оселі ваші заховаю в руку. Поклич мене, дитино, я прийду, щоб час біди тобі не ніс розлуку. Не буде в холод серце без тепла, тебе у спеку затінок чекає, і щира жертву Богові хвала в устах і серці хай не замовкає. Бог докоряв неправедним своїм, чого, дитя, не опускаєш очі, коли хитриш і іменем моїм ти прикриваєш власні справи ночі? Чи я не бачу, як мої слова ти серця вийняв, викинув за спину і як устами малювати став живою кров'ю неживу картину? Чи ти гадаєш кров'ю сина зран, земля для того щедро так полита, щоб відступ твій і твій самообман вже фарбою земною все покрити? Я Бог, про мене мало знаєш ти. Я благодать, та я і кара грізна. Тобі не пізно ще мене знайти, а вихоплю, тоді вже буде пізно. Тепер мені свої гріхи неси, аби звелася істина на ноги. Тепер собі пробудження проси, аби гріхи спалила сила Бога.